Привет, YouTube, привет, мои старые и новые подписчики. И привет снова новым подписчикам. Это тот случай, когда я могу, в принципе, смело записать подкаст про желтые зубы. Я не стал по поводу этого момента комплексовать, то, что у меня желтые зубы. Я знаю, что есть в YouTube, которые блогеры делают подкасты. И это, кстати, нормальная тема. Формат, кстати, не новый, уже давно придуман другим блогером. Вот в этом подкасте не будет, ну понятно, что не будет всей правды. Вот будут какие-то приколы, немного троллинга, но это в принципе все нормально. Я так, знаете, подумал на несколько шагов вперед. А вдруг мне бы сломали бы видеокамеру либо дорогой фотоаппарат, я бы не стал бы из-за этого расстраиваться. Я бы записал бы просто очередной подкаст на какую-нибудь дешевую не камеру, а на это, как его, не на Sound Record, а вылетело опять из головы. У меня обычно всегда так, как начинаю что-то говорить и вставляю паузу, а тут я стараюсь не вставлять никакие паузы, ну то есть небольшие паузы, то есть просто записать подкаст на самый дешевый микрофон. Но я, так как я это не делаю, так как это будет подкаст про желтые зубы, просто все мои старые подписчики уже надоели писать про мои комплексы. Такое впечатление, что вы, мои старые подписчики, привыкли к тому, что все любите красивое. Ваши глаза, они привыкли только смотреть красивое. Но понимаете, человека не стоит судить за того, что он кривой, косой, некрасивые. А вы поговорите с некрасивым человеком, с каким-нибудь бездомным, не знаю, с алкоголиком, с наркоманом, не знаю, с бандитом, у которого куча шрамов, у него нету зубов. Может, внутри он сам по себе, наверное, красивый. Ну, он может красиво говорить, а внешность, она вообще ни о чем не говорит. Может быть, дело в том, что как вы чувствуете. Мне реально уже надоело про эти желтые зубы. Вообще, этот подкаст хочу хотя бы сделать 5 минут, либо 10 минут. Опять же, вернусь изначально, если реально меня бы отобрали бы фотоаппарат или разбили, то я делал бы подкасты. И то, чтобы в этом подкасте не видеть моего фейса, то я постоянно бы вставлял бы картинки вместе с желтыми зубами. Вот. Я бы мог этот подкаст вообще в начале года запилить, и все мои блоги были только бы подкаст. Реально, вы реально меня начинаете бесить. Желтые зубы, блядь, то букс, то еще, блядь, то ты с мамкой живешь, то ты, блядь, не живешь, то у тебя, блядь, плохая зарплата, потом опять желтые зубы. Блядь, как вам это не надоело? Как вы любите этот негатив в Ютубе, блядь? Как вы любите, блядь, 90% всего Ютуба, блядь? Как меня бомбит? Да у меня всегда будет бомбить, блядь. Вы думаете, что я не знаю, кто мне пишет, комментирует? А работает одна и та же группировка людей, блядь, постоянно пишет, блядь. Но когда вам станет стыдно, вы начнете думать о другом. Вы не будете думать о желтых зубах, потому что вы начнете думать о своем здоровье. Сейчас вы думаете, что в 18 лет вам все похуй. Когда вам стукнет 30, 40, 50, тогда мы поговорим, какого будет ваше нахуй здоровье. Потому что каждый человек, он свободен. И у каждого свое здоровье. Но это вообще отдельно надо блог и подкаст по поводу здоровья. А может, понимаете, человек не может купить себе или сходить к тому же стоматологу, потому что не везде тебе предоставят бесплатную медицинскую, как это, блядь, вылетают слова. То есть тебе могут это просто сделать не бесплатно. То есть тебе это обойдется дорогих, ну, то есть тебе обойдется это дорого. Не буду тут врезать. Просто одному человеку обойдется это дорого лечиться, потому что он живет в этой стране. А другой человек, который живет в другой стране, все ему сделают бесплатно. Чувствуете разницу? Кто может себе позволить хорошую жизнь, а кто может плохую себе
жизнь позволит. Ладно, тут начинаю запинаться, но я это ничего не буду врезать, потому что это подкаст про желтые зубы. Но в этом подкасте я никого не буду посылать на три буквы. Просто реально, иногда мне просто бомбит. Просто вы начинаете вспоминать то, что было 3 года назад, 2 года назад, все вот эти вот косяки. Ей-богу, уже надоело. Ладно, короче, всем пока. Это был подкаст про желтые зубы. И берегите свое здоровье.